Надо этим кренгелем отдохнуть. Сейчас посмотрим, если... Вот можно отдохнуть вот тут. Но мне интересно, сколько будет стоить это все. Обучение. Так, услуги. Отдохнуть. Снять комнату. Ну, почему нет? I feel stronger. Отряд отдыхал 8 часов. И... Так. Все тренировки отряда получают плюс 10% к силе, магии, восприятии и удачи на 200 ходов. Так. Ну и что же, выходим из города и... Идем по квестам. А, ну, дайте. Тут нас особо не водят за ручку, мы должны сами как бы дойти, понять, что, как, зачем и так далее. Как-то ну так. И сейчас самое важное, надо поставить... Нужно мне заклинание в ячейке. Вообще против... Вообще... Their first heroic deed behind them. The raiders left the fantastic adventures awaited them. Something is coming our way. Be ready. Сделал чуть-чуть неправильно. Сейчас объясню почему. Вот смотрите. Эльфийка, да? Противоядие. Но. У нее 36. 38 маны. Магичка. У нее 85 маны, да? Она знает регенерацию. Это не есть плохо, да? Это есть хорошо. Но! Если бы она знала бы противоядие, было бы мне выгоднее. Ну ладно. Вот, под рубахой не видать, как говорится. Так, чувство опасности мне пока... Потому что... Дали. Которая будет меня предупреждать насчет опасности, да? Так, ну, чё, фаербол. Так, помощь. Так, попал. Выстреливаем. И на... Надо быть. Какие? А, хорошо. Так, ну по воде мы не можем ходить. Это было бы интересно достаточно, если могли бы. I feel stronger. Something is coming our way. Так. Be ready. А, ну кстати, вон, мы можем спить, если что.
контентчика. Восставление. Атака рукопашным рукопашным стрелковым оружием. Чех всех членов ТЭК лично на 10 их сил магии восприятия лично на 4. Ладно. Так, средние доспехи. Никто из не знает. У них доспех. I feel stronger. Something is coming our way. Be ready. This one is mine. Выстрел. Надо помочь. Ману восполнить заранее. Фаербол. Тьфу. Выстрел. Фаербол. Защита, защита. Теперь атака от выстрел фаербол. Окей, откроем сундук тут. Ну да, не надо. Давайте туда. Something is coming our way. Be ready. Так. Сливаем. Опять. Высох. Атака, атака. Атака, атака. Выстрел. Фаербол. Меч выпал бы. Вообще отлично было. Так, вон, конечно, на маяк не пойдем. Надо восполнить от фонтанчика. Ну, и собрать этот сундук. Ладно. Тикс. Чё, не фонтанчик? Это книга. Да. А это фонтанчик. Something is coming our way. Be ready. Близится ночь. Ночь. Wait, you heard that? No, no, it's not. Еще какие-нибудь враги ходятся, так что может нам сейчас мой весь отряд нахрен сдохнет. По-хорошему надо почаще сейваться, а не как я. Напролом. Иду. Ну? Команд. Давай. Так, маяк. Don't like it. Must not disturb following us. Stupid.
Так, ладно. Выстрел. Фейербол. Защита, защита. Выстрел, фейербол. Вот это кританул. Выстрел, и все, да? Flanking us. Take cover. I feel stronger. Выстрел. Ну, давай. Давайте заморозим. И вот так. Ё-моё. Давай. Вбок. Вбок. Магнитчики установить, все забыл нафиг. Оп-оп. Ладно, фаербол. Выстрел, щиты, фаербол, отлично. Так, где ты еще, враги, но... Подбираем вот это вот. Полезно. Да ужасы. Отлично. Забываю все про ману. Как оно промахнулось? Атака. Атака. Да не понимаю, они что, вообще неуязвимы к этому? Остался последний. Атака. Атака. Убытие. Фаербол, атака, атака. Есть. Нормально. Пополняем. Спасибо, что схватили. Кто вы? Я Хамата, я охотник за головами из ордена Белой Змеи. Я пришел сюда из-за слухов о старом противнике. И по глупости попал в плен. Окей. Кажется, случилось в время. Маяк действительно захвачен культом. К сожалению, я слаб от Лаудеран, поэтому я бою буду бесполезен. Окей. Ну, давай. Тогда так сделаем. Ну ладно. Ты. Something is coming our way. Be ready. Ага. Меня снова поджидает, слава богу, в этот раз я допер хотя бы ману остановить. Фаербол. Не, ничего то, что у этого врага полезнее было бы. Или у вас приоритет на самого ближнего? Ладно. Выстрел, фаербол. Защита закрыта. Тут атака, атака, выстрел, ну и фаербол. Отлично. Анман не восстановились. Выстрел, защита. Так, выстрел. Я ж хотел, я мистер Клик хотел заморозку. Выстрел. Промах. Давайте ее заморозим. Ну вот и все.
проблем нету. Так, мана, восстановление. Ага, маяк второй уровень. Ну давайте. Почему бы и нет? Хотя посмотрим, что там. Пусто. Так. Что мне дает оно? Ничего. И ты мне ничего не даешь. Дамаг-то такой же, как у меня у этой сферы. Получается. Остальное-то похоже. Ну и как мне с тобой в бой вступить? Я вступил бы. А с тобой я как бы и встречаться не хотел бы. Давайте посмотрим. Так. Манна, атака. Атака, выстрел. Фаербол. Атака. Так, ладно. Так, отлично. Теперь он... Он меня знает. Голову получит. Так, ты. Ну, топор качаем. У тебя... Лук. Да. Тебе магию земли. Без нее вообще ничто и никто. Так. Телосложение за максим. Тут силу. Тут. Так, восприятие до 20. Его телосложение. Так, насчет маны я не вижу тут значения. Ладно, пусть будет тогда. Ладно, восприятие. Ты, конечно же. Так, маны чуть больше стало.